Антимонопольная служба России по поручению правительства готовит поправки в федеральный закон о погребении и похоронном деле. Федеральной антимонопольной службой России начата разработка поправок в федеральный закон о погребении и похоронном деле с целью демонополизации рынка ритуальных услуг и законодательного решения существующих проблем. Среди основных задач ведомства – проработка вопросов по обеспечению прозрачности цен на ритуальные услуги, введению запрета на незаконный обмен информацией между должностными лицами, которым в силу своей деятельности становится известно о факте смерти, устранению барьеров для создания негосударственных кладбищ и введению государственного контроля за рынком услуг. Тема наведения порядка в похоронном деле обсуждалась на совещании 17 сентября при участии первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова. На нем чиновники пришли к мнению, что необходимы законодательные изменения с целью демонополизации рынка. В самой Федеральной монопольной службе подтвердили факт подготовки новой редакции закона о погребении и похоронном деле и отметили, что к разработке поправок будут привлечены эксперты в области ритуальных услуг. Депутаты Госдумы с 1 сентября в соответствии с указом президента о повышении денежного вознаграждения федеральных министров будут получать до 250 тысяч рублей в месяц, сообщили источники в Нижней Палате. Эта сумма включает ежемесячное вознаграждение, а также ежемесячное поощрение, сказал один из источников. В соответствии с данными Интерфакса, с 1 сентября ежемесячное денежное вознаграждение депутата должно было вырасти до 51 800 рублей с 32 900 рублей. Кроме того, предусмотрено, что каждый месяц депутаты получают денежное поощрение. До сих пор оно составляло более 128 тысяч рублей, а с 1 сентября должно вырасти до 202 тысяч рублей. Руководитель парламентского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов подтвердил, что депутатам увеличат зарплату, однако не назвал конкретные суммы. Федеральная антимонопольная служба приступила к расследованию причин подорожания яиц в Ставропольском крае, Липецкой и Ульяновской областях. Об этом сообщила замначальника управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Ирина Епифанова. Мы посмотрим, в каком звене происходит рост цен, оптовые закупки, розничные сети. Однако Росптицсоюз называет причиной роста цен на корма на 35% и торговые надбавки, отметила она. 31 октября вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу России совместно с ФАС и субъектами Российской Федерации проанализировать формирование отпускных и потребительских цен на яйца в части соблюдения антимонопольного законодательства производителями и организациями розничной торговли. Поручение было дано по результатам заседания правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков в октябре 2013 года.